Хотя еще и не раскрылись по-весеннему набухшие почки, для хлеборобов юга Молдавии весна уже пришла. Здесь прокладываются первые глубокие борозды. На поля вывозятся удобрения. Приступили к работе и сеятели. В колхозе имени Ленина Чедерлунгского района подсолнечник засевают квадратно-гнездовым способом. Все многолюднее становится на виноградниках и в садах. Весна третьего года семилетки идет по стране. Богатый урожай созрел на виноградниках Молдавии. Массовый сбор солнечных гроздев начался на плантациях совхоза завода «Чумай» Волконежского района. Коллектив этого хозяйства несколько лет подряд удерживает первенство во всесоюзном социалистическом соревновании работников пищевой промышленности. Сбор и переработку винограда проводят здесь организованно и без потерь. Много дел у Федора Главчева, инструктора физкультуры колхоза имени Ленина Чадырлунгского района Молдавии. Любят спорт в селе Твардице. Сейчас в разгаре соревнования по ГТО. Новый физкультурный комплекс у сельских спортсменов в большом почете. За полтора года в колхозе появилось 211 значкистов ГТО, а около 1000 человек уже выполнили по нескольку нормативов. Физкультура и спорт стали друзьями колхозников, помогают им успешно трудиться. И плотнику Петру Стоянову, и монтажникам Владимиру Паскову, и Ивану Гаскалову, и механизатору Илье Кара. И всем тем, кого мы видели на тренировках и состязаниях в молдавском селе Твардице.